Это такое уже предварительное решение, которое позволит предусмотреть в бюджете Магаданской области около 400 миллионов рублей на доплату. И необходимый минимум, который сейчас был установлен в результате соответствующей методики, он практически на 2000 увеличивает как раз минимальный уровень, который позволит такую доплату к пенсиям осуществлять на территории Магаданской области уже с начала 2017 года. Это хорошая поддержка тем пенсионерам, у которых уровень пенсии недостаточен. И эти социальные доплаты являются важной составляющей для поддержания нормального качества жизни наших пенсионеров.